В Омске вынесли приговор бывшему участковому. Полицейский обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения и в незаконном сбыте оружия. По данным следствия, в 2015 году Канат Аманов ввел в заблуждение Амичку и изъял у нее газовый пистолет, который ранее принадлежал ее умершему мужу. Впоследствии участковый продал оружие за 10 тысяч рублей. Однако продажа проходила уже под контролем сотрудников собственной безопасности УВД по Омской области. После возбуждения уголовного дела Аманова уволили из полиции. На суде он свою вину не признал. В итоге бывшего участкового приговорили к 300 часам обязательных работ и к штрафу 50 тысяч рублей. Кроме того, осужденный должен будет выплатить Амичке материальный ущерб за изъятый пистолет – 3 тысячи рублей.